очень большие проблемы для Северного Кавказа. Серьезных, больших инвестиций сегодня приводить не приходится. Я вам скажу другое. С учетом возникших возможностей по импортозамещению, это вообще шанс для северокавказских республик. Малый и средний бизнес сегодня практически занимается производством собственных инвестиций. Что я имею в виду? Они сегодня получили сигнал, что они могут действительно, несмотря на риски, связанные с сельским хозяйством, точно вкладывать все, что у них есть, используя кредиты, используя инвестиции, потому что у них нет сегодня проблем с реализацией. 2014 год сказал о том, что кратно они увеличили свою рентабельность и свою прибыль. И сегодня господдержка раз, инвестиции, которые уходили из республики, если были там свои представители в бизнесе, в большом бизнесе, естественно, они, понятно, да, бизнес, он очень такой подвижный, он уезжает там, где им комфортно, там, где можно больше заработать. Я уверен, что много бизнесменов сегодня вернутся из разных других регионов, которые вкладывали не у себя дома, а сейчас эффективность, она увеличивается, и есть очень много примеров, когда проекты уже рассчитаны на собственные регионы северокавказские.